Printre bombe și gloanțe, soldații ucraineni au timp și de fapte bune. Mai mulți militari au găsit un cățel printre ruinele lăsate de rachetele ruse și l-au adoptat. Acum treaba lui e să ne apere, glumesc militari. Da, Rambo. Как его зовут? Рэмбо. Жалко было одного. Мороз был на дворе. Забрала себя на пост. Так и остался, знаю. Охрана, какая у него еще должность. Сторожевой пес. Лучше дальше чуять, ніж ми. Зразу сигнал подає, якщо хтось чужий. Да, он маленький, он вообще в ладошку вміщався. Ну, видно, що маленький просто. Ну тут у нас одна бігала, вона беременна була. И у нас еще два осталось примерно. Ну, постоянно они возле кухни там трутся. Но там два колобка таких, но они точно не с того выводка.